8 правильных ответов за 45 секунд. Актрисы Кортни Кокс и Лиза Кудроу сыграли викторину на знание сериала «Друзья». На шоу Celebrity Name Game им предположили вопросы о персонажах сериала и их крылатых фразах. Кстати, на этой неделе годовщина. «Друзья» вышли на экраны ровно 22 года назад. Этот комедийный сериал о жизни шестерых друзей признан одним из лучших в истории американского телевидения. Да, и мирового, наверное, тоже. Сериал продержался в прайм-тайм 10 лет, и за это время никому неизвестные актеры, исполнители главных ролей стали настоящими звездами. За каждую серию последнего сезона они потребовали гонорар в 1,5 миллиона долларов. Поэтому последний сезон «Друзей» был самым коротким, ибо дорого. Вышло 18 серий вместо привычных 24. Ну и, кстати, о гонорарах. Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров телевидения и возглавил его актер популярного американского сериала «Теория большого взрыва» Джим Парсонс. По данным издания, за год исполнителя роли Шелдона Ли Купера, запоминающимся своим дурацким смехом, заработал 25,5 миллионов долларов.